друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Згадати минуле та зазирнути у майбутнє ми з вами зможемо в нашій сьогоднішній програмі. Ми сьогодні бачимо ту красоту, тут маленький храмик, ізюмінку, яка служить для духовного окормлення цілого нашого мікрорайону. Ми сошлись на тому, щоб храм здесь був святої рівноапостольної Ніни, яка просвітила іверський народ і яка є родною і для нас, тому що багато жінок наших носить ім'я святої рівноапостольної Ніни. Люди спішать сюди для того, щоб і покрестити діток здесь, щоб і здесь і повінчатися, як і молоді, так і взрослі. Для нас, православних людей, ікона – це є святиня, перед якою ми благоговіємо, перед якою ми совершаємо молитву, якою ми свято чтимо. І ми з вірою надіємося на те, що Господь допомагає нам молитвами і святих угодників Божих, яких ми призиваємо допомогу. 10 років тому на території військової частини міста Миколаєва було закладено перший камінь під будівництво православної церкви. І сьогодні ми з вами побуваємо на 10-річному ювілеї церкви Святої Рівноапостольної Ніни та зустрінемось з її настоятелем, протоієрієм Валерієм Голубом. Друзі мої, ми з вами зустрічаємося в удивительний день. 27 января по православному календарю мы совершаем память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Но святая равноапостольная Нина просветила не только Грузию. Светом Христовой веры она просветила весь мир и продолжает просвещать и мир, и, конечно же, наши с вами сердца. И у нас в Николаеве есть замечательная церковь, которая построена в честь святой равноапостольной Нины. И именно в этот день она отмечает свое десятилетие. Ну как остаться в стороне? Конечно, невозможно. И поэтому сегодня мы приехали в гости к отцу-настоятелю, протоиерею Валерию Голубу. Отец Валерий, здравствуйте. Благословите, батюшка. Многих лет с праздником святой равноапостольной Нины. И вот в моем лице, друзья мои, и вы получаете благословение отца-настоятеля. И именно сегодня, отец Валерий, позвольте поздравить вас с таким замечательным праздником, святая равноапостольная Нина. Моли Бога о нас. И вот эта церковь, которая сегодня отмечает свое десятилетие. Действительно, на этом месте 10 лет назад, в сегодняшний день, была отслужена первый молебен после литургии, которую мы тогда служили в храме Терновки, Успения Божьей Матери, а потом приехали сюда, здесь уже были заготовлены место, лежат панели, на которых создан храм. И вот на этом месте мы совершили первый молебен, где помолились, благословили владыка, митрополит, тогда еще архиепископ Петерим, благословил это место, служил первый молебен, и мы все собрались здесь и положили первое начало церковного богослужения на этом месте. Ну, а пока прошу, заходите в храм, посмотрим и уже побеседуем о том, как храм созидался и для чего он здесь создан, что мы здесь совершаем и как мы стараемся людей приводить к Богу. Друзья мои, ну я думаю, что нужно зайти в церковь и посмотреть, как из камня выросла вот такая красавица церковь. Пойдемте. Друзья мои, и вот мы уже здесь, в церкви. Маленькая, но, как говорится в народе, мал золотник, да дорог. Отец Валерий, маленькая церковь, но она ведет такую большую просветительскую и духовную работу. Можно сказать, что это духовно-просветительский центр именно здесь, в Соляных, да? Да, действительно. Еще 15 лет назад, когда я только пришел в город Николаев, и от Терновки до Фалеевской, по сути, это целый микрорайон Соляные, он явился без духовного кормления, потому что великий район и церкви не было здесь. Поэтому постоянно как бы была мысль о том, чтобы где-то найти место и создать храм для того, чтобы и этот микрорайон, поскольку здесь живут много
воєнних, їх сім'ї, їх родини. І тому для духовного обеспечення їх нужд і потребностей духовних, понятно, хотілося здати, щоб тут був якийсь маленький духовний очажок, в котором би люди могли приходити, получати здесь благословення Божие і духовно окормлятися. І тому случилось так, що однажды к владыке прийшов чоловік, бізнесмен, багатий чоловік, на сьогодні вже покойний Георгій Шалович Обшилава, який і з'явив желання построїть храм іменно здесь поселяним, в знак того, що у нього в НКІ в своє время учился покойний брат, який погиб, і пам'ять о ньому, він хотів создати храм, построїти храм для того, щоб люди і совершали молитву покойному браті, ну і все духовно окормлялись. І він дяк владики, як би просив благословення на те, щоб знайти поселене місто і построїти храм. На цьому місці, де ми стоїмо, були казарми, такі казарми, як от тут за окном, одну казарму зберігли, а цих дві, от одна тут була, і от там, якщо подивитися, розвалені тільки, теж була казарма. І багато людей, коли приїжджає це місто, над цією казармою тут бачили купола і крести. І тому то і ми, як би, постановили і попросили благословення владики, щоб владика дав розрішення, благословення на те, щоб тут це місто освятити Богу, щоб тут, оскільки Господь ізбрав його, і багато люди бачать тут благодать Божу, і було рішено, що тут будемо строїти храм. Так бачили купола і крести, їм казалося? Так, їм казалося. То тут було просто розвалене, розвалювалась казарма. Так, може, тут коли-то була церковь, отець Валерій? Хто знає. Это история, как бы об этом ничего не говорит, но то, что именно такие видения были людям, и поэтому мы как бы и на это делали особый акцент для того, чтобы здесь создать духовное место, чтобы здесь был частичка рая на земле, святой храм Божий. И поэтому и название, которое у нас сегодня есть, Святой Равноапостольной Нины, оно и связано с тем, что человек, который начинал здесь строительство, который финансировал здесь, давал свою жертву и свою помощь, он как раз был выходцем из грузин, и поэтому то и мы сошлись на том, чтобы храм здесь был святой равноапостольной Нины, которая просветила иверский народ и которая является родной и для нас, потому что много женщин наших носит имя святой равноапостольной Нины. Ну и так в народе я наравне в нас, как мы почитаем наших просветителей, князя Владимира, княгиню Ольгу, так само и грузинский народ дорожит памятью о святой равноапостольной Нине, своей просветительнице, которая просветила в свое время и иверский народ светом евангельской истины. И поэтому вот мы здесь. И как раз случилось так, что тогда было воскресенье, мы служили службу в Терновке, божественную литургию, а после службы приехали сюда. Здесь собралось много людей, и пришли военные, поскольку это место, территория, есть воинской части. И поэтому все как бы собрались для того, чтобы быть участниками первой службы, первого молебна и для того, чтобы здесь положить начало духовной жизни. После этого уже на протяжении 2 месяцев храм созидался из Маневицького району, это на Волыни, оттуда с села Городок был привезен брус, с которого был тоже сложен этот храм, тоже не обошлось без искушений, загрузили машину, я лично ездил по этот брус, проехали 50 километров, машина полностью фура разваливается на дороге, ломает стойки, и все дерево, доски, все вылетает. Но случилось так, что это все было возле лесопилки, где ночью, 12 часов ночи, люди менялись с работы и должны были идти отдыхать уже. По 6 часов утра они должны были прийти на именно на то, чтобы дальше работать. Но, придя к ним, рассказав ситуацию, что везем брус на храм, и эти люди захотели действительно помочь нам. Целую ночь они трудились, жены принесли им кушать, они перекусили, и так до 6 утра машина уже опять была готова. Брус выехал на построительство храма именно сюда, к нам. Причем чинили абсолютно же бесплатно, да? Однозначно, однозначно. Они сразу все вышли на помощь, все отозвались, их было 12 человек, и за ночь они от 2 часов ночи до 5 часов утра, за 3 часа, они сложили опять машину, и машина выехала на Николаев.
Отец Валерий, но я знаю... Интересными моментами. А вот я знаю еще, что и у вас лично тоже не только искушения, но вот какие-то были такие, может быть, и какие-то томления небольшие, что настоятельствовать или нет. Ну, конечно, вы все делаете по благословению, но тем не менее святая равноапостольная Нина как-то так властной рукой привела вас к тому, чтобы настоятельствовать именно... Да, вы знаете, и я благодарен Владыке за то благословение, которое Владыка благословил для строительства этого храма, потому что для меня, как человека верующего, и для человека, который с детства всегда был при церкви, и понятно, что мы всегда знаем, что хорошо, когда люди уже золотят кресты, купола, но многие не хотят идти именно туда, в фундамент, где закладывается храм, потому что там не видно ничего. И поэтому мы всегда, для нас наоборот, для строителей и благоукрасителей, когда церковь молится, для меня лично всегда интересно и духовно укрепляет то место, когда ты можешь быть именно в основании, когда пусто место и имеешь возможность созидать и с ничего творить. Вот что мы сегодня видим, ту красоту, тот маленький храмик, как изюминку, которая служит для духовного окормления целого нашего микрорайона. Она не только служит для военных, но она служит для всего микрорайона, и особенно люди спешат сюда для того, чтобы и покрестить деток здесь, чтобы и здесь и повенчаться, как и молодые, так и взрослые, так и старенькие тоже получают благословение здесь, церковного духовного жизни, потому что всю жизнь прожили вместе, поэтому они также благословляются для того, чтобы Господь помог им, простил то, что они прожили всю жизнь без благословения церковного, и укрепил их на дальше нести семейную и совместную жизнь. Вот. И так само сюда приходят и военные, и во время присяги мы посещаем, во время разных праздничных дней, то же самое и на все праздничные и церковные дни. Сюда приходят наши военные, которыми мы вместе с ними прославляем имя Господне. И на крещение, и на Пасху, и на преображение Господне, на вербное воскресенье. То есть всегда мы стараемся вместе с ними праздновать, их поздравлять. Они приходят, нас поздравляют. Отец Валерий, вы как священник, вы глядите, как говорится, в лицо и стоите перед алтарем, и это вечность. А вот 10 лет церкви, это перед очами вечности, это миг. Ну и как наша жизнь, в принципе, телезрители, она кажется, с одной стороны, долгая, а с другой стороны, раз, и все пролетело. Но тем не менее, 10 лет, это ведь маленькая, но веха. Однозначно. Когда просмотреть, как вы говорите, это как миг. Но если уже разложить все по годам, если разложить все, что происходило, как оно созидалось, и как приход созидался, ведь когда мы пришли сюда, здесь немного было людей, потому что все привыкли ездить где-то в храм по городу, и поэтому люди не сразу смогли привыкнуть и каждый свое место найти именно здесь, в святом храме, чтобы прийти и знать, что здесь он получает духовное. Кто-то приходил и ушел, потому что для кого-то маленький храм, кому-то тесно, кому-то жарко, кому-то, может быть, некомфортно. А многие-то люди приходят, которые им именно нравится то, что храм маленький, уютный, что здесь спокойно, все вместе соединяются единой сугубой молитвой, которая особо идет с этого святого храма. Кроме того, кому-то нравится то, что храмик есть деревянный, действительно, то есть напоминает о старовине, о древности, потому что раньше всегда храмы были на Руси деревянные, потому что в нем он был и теплее, в нем было и уютнее, и напоминало ближе с природой. Поэтому как бы такой момент. Для меня тоже, я, поскольку выходец из Западной, для нас лес, природа, и тем более срубы, деревянные храмы, это как бы нормально. И поэтому для меня тоже приятно то, что это уже второй храм, который мы построили, вот, и третий храм мы построили уже в селе Константиновка Новодевского района, в честь Александра Невского. Тоже те самые мастера, те самые люди, которые строили наш здесь храм, они тоже строили и там храм. И поэтому вот именно 10 лет назад этот год для нас вообще юбилейный, потому что на День Святой Нины первая служба здесь, первый молебен, потом строительство храма и освящение было
креста, освящение куполов. В ноябре, 16 ноября, дасть Бог доживем, будем отмечать десятилетие освящения, где была отслужена первая божественная литургия, и владыка приезжал, освятил этот храм. И от этого времени уже началось здесь действительно богослужение. До этого мы всегда молились здесь молебны и акафисты, а божественной литургии мы не служили здесь. Вот. Приятно то, что на протяжении 10 лет вот, и приезжал, посещал это место и блаженнейший покойный Владимир, митрополит Киевский и всей Украины, который заложил здесь у нас на территории и храм под строительство большого храма в честь святой равноапостольной Нины. И поэтому как бы, тоже приятно то, что блаженнейший своими стопами прошел это место здесь, посетил и благословил. Прискорбно то, что наш человек, который созидал, который начинал это все строительство, Георгий Шалович Обшилава, трагически был застрелен, и поэтому, конечно, немножечко все остановилось в строительстве храма. Но мы стараемся все же храм приукрашать. Была построена и колокольня уже позже, через 2 года, возле храма. Его уже нету 7 лет, но здесь люди приходят, и всегда совершается служба, всегда несется молитва о упокоении его души, каждая служба считается за упокоенную молитву. Вместе с этим мы всегда стараемся отметить и годовщину его смерти. Он был убит 17 декабря на день святой великомученицы Варвары, поэтому мы всегда уже на протяжении 7 лет в этот день служим здесь обязательно литургию за упокоенную панахиду, и ставим палатку, и всем, кто приходит на службу, те все, кто помнил, кто знал, кто хотел прийти, помянуть, мы всем даем поминальный обед, память о почившем. И поэтому это наша как бы есть жертва, память и молитва в том человеке, который много потрудился для того, чтобы здесь, на этом месте, воссияла благодать Божья и был создан сей святой храм. Да, как говорится в Писании, не собирай себе сокровищ на земле, собирай себе сокровища на небе. И вот все приложится вам. И эти молитвы, они, конечно, это колоссальная помощь тем, кто уходит туда в вечность. Отец Валерий, и здесь, вот в этой церкви, здесь находятся иконы, которые вы привезли из Грузии, они древние. Вы знаете, благодаря тому, что вот мы как-то снимали нашу передачу о святой равноапостольной Нине, когда я только приехал был из Грузии, когда был паломником, и рад тому, что имел такую возможность посетить Иверскую землю, пройти теми стопами, где проходила святая равноапостольная Нина, которая освящала и благословляла землю грузинскую и наши земли тоже она пришла, потому что много икон были привезены и подарены нашему храму из земли Иверской. Вот. Кроме того, 1,5 года назад у нас также была делегация из Аджарии вместе с премьер-министром ихним и многие наши люди, которые составляют грузинскую диаспору здесь, и в Николаеве, и в Одессе, генеральный консул грузинской, также посещал нас, и поэтому они тоже нам подарили иконочку Георгия Победоносца на молитвенную память о посещение нашего храма. И приятно то, что вместе в этой делегации был и священник отец Георгий, который также служит там, но сопровождал эту делегацию именно в нас, по городу Николаеву, где они всегда приходили, старались поклониться святыням и побывать в храмах православных. Особенно им, конечно, интересовал наш храм, именно храм в честь святой равноапостольной Нины. Отец Валерий, и говорят, что, ну не говорят, наверное, так и есть, что православные иконы для православного человека – это окошки в рай. И даже стоя перед иконой святой равноапостольной Нины или перед святым Георгием Победоносцем или святым Николаем Чудотворцем, то есть ты лично общаешься со святым. Да, и икона служит действительно тем окошком, который нас приводит к Богу, потому что через иконы, через молитву мы, как говорит каноны, мы не поклоняемся стеклу, не поклоняемся дереву, не поклоняемся краскам, а мы поклоняемся первообразу, тому святому, который изображен на той или иной иконе, и мы
в этих своих молитвах, в этих своих прошениях мы призываем этого святого для того, чтобы он измолитвенно исходатайствовал пред престолом Божьим спасение нашей души. И поэтому мы всегда, для нас, православных людей, икона – это есть святыня, пред которой мы благоговеем, пред которой мы совершаем молитву, которую мы свято чтим и которую мы храним особенно и в своих домівках, несем возле сердца своего, храним в машине, которая нас ограждает. И мы с верой надеемся на то, что Господь помогает нам молитвами святых угодников Божьих, которых мы призываем в помощь. Каждое село имеет свой храм, правда? И тогда хорошо, когда в этот наипрестольный праздник, это и есть и день села. Вот, когда люди действительно так... Вот у нас даже в Константиновке Новоодесского района приятно то, что председатель именно на день благоверного князя Александра Невского 12 сентября перенес празднование Дня села. И поэтому все после службы собираются и дальше продолжают чествовать День села, поздравляя друг друга. Вместе с этим и приятно то, что если взять у нас на Западной, также, когда престольный праздник, это и есть день села, потому что святой, которым был, в честь которого освящен храм, он является покровителем этого села и покровителем тех людей, которые населяют это село. И они всегда в своих молитвах, утренних, вечерних, когда молятся, то они всегда призывают их своего небесного покровителя, того села, в котором они пребывают. Так как и мы всегда, когда вы бываете на службе, то всегда у нас, поскольку град Николаев, покровитель святителя Николая, мы всегда на отпуске и поминаем и живосвятых отца нашего, святитель Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворцев. И мы в конце отпуска также призываем молитвенное благословение святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. И я же есть сей храм. Отец Валерий, и как часто бывает, что, например, если есть какая нужда, то говорят, там, помолись тому-то, такому-то святому, а еще помолись такому-то святому. Может быть, не присутствует ли здесь некий элемент такой, какой-то «ты мне, я тебе»? Или все-таки действительно по каждой нужде к какому-то святому? А если просто вот хочется, если любишь святого, например, святую равноапостольную Нину или святого Николая, ведь они не обижаются между собой, кому ты больше молишься? Вы знаете, мы все всегда знаем, что у Господа все равны, и поэтому есть хороший у нас пример памяти трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, когда церковь в лике трех великих столбов соединила их воедино, потому что когда люди начали их разделять и начали спор между людьми, какой из святых больше. Одни называли себя ионитами, потому что Иоанн Златоуст они считали выше других святителей. Те григориане, те Василиане. И поэтому тогда явились им во сне три святителя и дали повеление установить единый праздник, потому что они пред Богом все равны. И поэтому нету святых, которые бы были больше или меньше. Все своей жизнью, святостью своей, если церковь их причислила к лику святых, они являются в равном достоинстве пред Богом. И поэтому, какому бы мы святому ни молились, мы, если к нему прибегаем с верою, с любовью, с надеждою, он обязательно поможет. И такого рвения или такой ревности, которая есть среди людей, у святых нету, не было и не может быть, потому что это есть святость, которая нет ничего человеческого не присуще, то есть греховного, а именно все пребывает свято и благочинно. Отец Валерий, будьте добры, в день десятилетия церкви в честь святой равноапостольной Нины, что вы можете сказать? Прежде всего, хочу всех поздравить с праздником святой равноапостольной Нины, всех наших прихожан, тех людей, которые здесь трудятся на протяжении 10 лет, кто несет здесь послушание, кто с первой службы здесь при храме. Многие люди, которые уже по старости, уже отошли от храма, они уже только приходят на службы, которые уже, но раньше они прибирали здесь, делали уборку, украшали, и цветы летом здесь красиво, и цветы насаживают, и делают все, чтобы человеку было приятно прийти и душою здесь отдохнуть. Поэтому поздравляю всех тех, кто мне дорог, кто вместе со мною несет послушание здесь, и отцу Василию Тимчуку, который также на протяжении 10 лет, он также несет послушание вместе со мною, и всем тем людям, которые на протяжении 10 лет
трудятся, молятся, приходят и любят наш святой храм. Вместе с этим хочу поздравить всех Нин, кто несет имя святой равноапостольной Нины, с праздником, с Днем Ангела, и пожелать всем той духовной радости, молитвенного предстательства вашей небесной покровительницы, и пусть ее молитвами Господь всех укрепляет здравие, мир и благополучие, многое и благое лето нашим именинницам. Ну, а также и всех поздравляю горожан, всех поздравляю тех, кто пришел сегодня к нам на праздник, кто заходит к нам в храм, кто любит наш храм. Всех поздравляю с праздником. И всех тех, кто только первый раз слышит о том, что есть такой храм в честь святой равноапостольной Нины. Всех поздравляю с праздником. Всем низкий поклон и наше благословение. Многих благих лет. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у настоятеля церкви Святої Рівноапостольної Ніни протоиерея Валерія Голуба. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.